Ойын тойла, думанда болғаным. На площадке перед торговым центром гостеприимно распахнула свои двери юрта. Рядом с ней Аксакал рассказывал о народных традициях и приглашал горожан и гостей города присоединиться к празднику. В честь Наурыза мегацентр Шымкент организовал грандиозную программу. Екі, үш, парт, 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 бухай! Показать силу и ловкость мог каждый желающий. Специально для горожан в мегацентре был организован конкурс по перетягиванию каната, а желающие блеснуть умом охотно принимали участие в викторине. Все вопросы, которые касались Наурыза. Без призов и подарков не ушел никто. Поздравляю всех казахстанцев и жителей Шымкента весенним праздником Наурыз. Желаю всем счастья, благополучия, любви. Спасибо за мегацентр, за концерт. Очень рад. Но какой же Наурыз без традиционных национальных блюд? В честь праздника весны мегацентр Шымкент угощал всех желающих баурсаками от макаронной фабрики «Корона» и Наурыз Куге. Спасибо, конечно, мегацентру за такой прекрасный праздник Наурыз. Такой организовали, подарили нашему городу Шымкент. Замечательный праздник, подарили концерт. Здесь и танцевали, и пели, и шутили, и играли. Вот накормили нас баурсаками, кумызом, все как положено. Праздник с песнями и танцами длился целый день. Зрители были в восторге. Улыбки не сходили с лиц посетителей мегацентра. Ксения Поленица, Антон Семенов, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».